Всем привет, с вами я, Денис ГТ, и мы продолжаем играть в Minecraft Pixelmon. Вот, это мои... Да, ребят, это мои малиновые похождения. Опа. И тут должен быть Иви. Я помню, Данил там где-то Иви поставил. Он был на слое уже, нет? Ладно, ребята, мы сегодня будем заниматься тем, что будем ловить покемонов, да. Да. Ладно, пошутите ловить покемонов, наверное, ребята. И сегодня еще вам хотел сказать то, что сегодня выйдет новое видео по сампу. Может быть, а может и нет, я не знаю, если честно. Выйдет, не выйдет, скорее всего, нет. Может и да. Вот так вот, ребят, так вот, заплевачиваем тут. Просто я ищу покемонов. А, заплевачен, да, это все. Да, заплевачен. Ну, не заплевачен. Да, ребят, опа. Нормально движ. Чоппер движ. Что не нравится. Ладно, похрен. Пошлите искать покемончиков. Покемончиков. Если слышите посторонний звук, извиняюсь, ребят. Просто у меня уже 200 сабов на канале, этому я очень рад. Там новое видео загружается по Пиксельмону опять. Да, ребят. Ну, что тут сверли, что ли? Я не знаю, что они там делают. Ребят, я отправился в путешествие к покемонам на Сербуком, Дилдой, и у меня, ну, вы поняли? Так. Но я не могу никого найти, в чем прикол, в чем минус, точнее. Только свинам нашел. И все. Опа, какой-то покемон, видите? А, это покемон. Справа. Кто меня вылез? Давайте обменяемся чуваком на покемончика. Возможно, эта серия будет 30-минутная, а может меньше. Сейчас возьму. Возможно, я даже эти покемоны просрою, не знаю. Давайте, кто еще будет-то? Опа. Опа. Блин. Кто покажет своих? Тобин ВЛС. Не могу найти, мне надо, кстати, срочно. Я зашел. Куча. Давай, я не против. Ну вот. А, давай. Блин. Блин, не с кем обменяться, ребят. Yes. Так. Давай, да. Нет. Да. Что он творит? Давай такого. Так, посрать. Давайте, пошлите. Мы обменяемся-то. Охота обменяться покемонами. Некоторые люди просто еще сидят с того обмениваются, да, как я понял? Нет, никто не обменивается внизу. Внизу вообще никто не обменивается. Почему они там? Да, я жду его. Он сейчас, по-моему, должен залезть. Опа.
Давай, давай. Ну что, она мне ничего не хочет. Да, ребят. И может быть это будет хороший обмен, может нет. Возможно. Могу змею отдать. Все-таки я могу ее отдать. Да, все-таки отдам тебе, давай. Давай. Все, у меня теперь есть коконав. Давайте попробуем с ним сразиться. Какие у него так айс есть? Ни хрена себе. Не, извини, я тебя убью-то. О, хорошо зашел. Что он что-то что снимал, мне кажется, приофигеть немного. Так. Засунем сюда моего Кроконева и возьмем моего каменного покемона. Да, ку-ку-ку-ку-ку. Гормин, 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 гормин. Давай. И, ладно. У меня чудо команды, блин, ребят, ой, все отлагал. Так, сейчас, я вам покажу мало нового. Нифига, он на нем летать может? Так. Это сюда. Просто охота поймать какого-нибудь, то без покемонов что-то вообще жить неохота. О! Эконс, эконс, эконс. Только другим, Кроконавом. Не, хотя Кроконав может его забить. Хотя и некоторые не могут. Если я дарк использую, я могу его сам забить. Но просто эволюцию он не может забить. А так я его забью. На изи. Да, кстати. А если айс использую? Блин, говнюк. А если это Волтер? Волтер ничего не снес, ни хрена. А Байт, вот Байт, да, кого снесу, мне кажется, что-нибудь.
Я убил своим ударом. Круто. Где-то видел такую птичку, которую я, кстати, обменял на что-то, я помню. В чем печалька. Так. Вот, Тропиус! Куда он исчез? Тропиус как пропал. Ну, блин, я Тропиус поймал, кстати. Опа, манки, манки. Вон Тропиус. Тропиус, поймать второго Тропиуса. Нет, я не буду. Все-таки не поймаю. То, что он мне не нужен. Этот, как там он? Ну, этот, Тропиус у меня он есть уже. Ни хрена, кто это? Иви? Таурус! Таурус! Таурус, я должен, обязан поймать. Давай я его поймаю, надеюсь поймаю. Во-во-во-во! Это был самый лучший. Самый лучший френд. Давай, френд, поймай его. Ну я его должен поймать, ребят. Поймаю, пожалуйста. Пожалуйста, поймаю. Ну он, по моим расчетам, не должен вырваться. Пожалуйста. Yes! Я его поймал! Вот мой Таурус. На нем кататься можно? На нем кататься можно! Он крутой вообще покемон. Смотрите. Вон Таурусик. Крутой. Yes, я его поймал. Таурус мой. Таурусик. Дай исследуем его тактику. Смотрим, какие у него тактики. Давай, давай, бежим, бежим, бежим. Пимс. Опа. Одиш. Нет, Одиш от фигня, как я понял. Так. Так. Ну ладно, ребят, вот так вот я заканчиваю серию новым покемоном. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. С вами был Ниндзя ГТ, всем удачи.